Перед вами устройство, преобразующее магнитное поле в механическую энергию. Вот ротор. Сейчас я определю силу магнитного поля, моих магнитов. Для этого я использую шарики металлические, ферромагнит. Таким образом определяется сила, общая сила, напряженность магнитного поля. Значит, все устройство статора я потом разберу и покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 шариков. Все. Теперь я соединю статор с ротором при помощи этих шариков. Но я подложу на всякий случай, потому что отрывается. Раз, два, три, четыре. Все. Больше он не выдержит. Теперь, если придать импульс, одиночный импульс для вращения, то система будет самодостаточной и будет поддерживать механическое вращение самостоятельно. Но я сделаю очень маленький импульс, потому что если я толкну сильнее, вращение будет очень продолжительным и долгим. Я подношу катушку, вот есть у меня такая катушечка, мы будем, которая вот показывает импульсы. Ну, типа, дальше. То есть система взаимодействует с катушкой, имеется какое-то сопротивление, нагрузки нет, конечно, ну, конденсатор заряжать можно. Это я только что коснулся, но система продолжает вращаться. Заметьте, импульс был очень коротким. То есть здесь не идет речь о просто механическом трении.